Газуй, 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 нубасос, у меня сейчас просто живот сведет полностью, я настолько сильно есть хочу. Ты не помнишь, какой столик мы там забронировали? Да, либо четвертый, либо второй. Ну, надо точно знать, что это четвертый, либо второй. Так, что, в угол опять не вписываешься? Давай, нубасос, поворачивай ядрём батон. Давай, 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 чё такое-то? Нубасос, ё-моё, ты куда едешь-то? Я прям театром, что происходит? Нет, слушайте, да что за вертеля тут, нубик? Давай, поехали. Тут, смотри, сейчас дождь уже пойдет. Погода какая-то дурацкая сегодня. Тихо, не влезься в другую тачку. Да ё-моё, куда ты? Все, тормози, мы сейчас тут с тобой... А ё, куда... Короче, ладно, пускай она в кустах здесь где-нибудь стоит. Потом будешь сам отсюда выруливать, понял? Сам заехал, сам будешь выруливать. Погнали. Так, у нас номер столика, это номер 2. Все, пойдем забирать нашу еду. Ох, наконец-то мы с тобой подоспели. Посмотри, сколько народу тут сидят. Я тоже, я очень голоден, прям очень голоден. Бургер возьму и темный напиток. Темный, окей, я светлый возьму, несколько... Так, ты все бургеры взял или нет? Забирай, тут еще осталось, короче, мне кажется, тебе это точно пригодится. Обожаю. Все, так, это тоже забирай. Все. Так, стоп, а кто это тут оставил? Ну, какое не то место. Это твоя надпись тут или что это такое? Нет, я еще не знаю, вас. Так, ну-ка, давай открывай, посмотри, что это такое вообще, так. Прочитай, что там написано, смотри. Интересно. Что-то непонятное здесь явно, ну-ка. Подожди. Так, ой, что там смотри. Пишут? Этот подписчика. Что? Привет, ну-ка, читай. Нубик. Это ваш подписчик. Мне сказали, что на ваш город надвигается торнадо. Вы уже не успеете убежать. Вам придется строить убежище самим. Но перед этим нужно, чтобы каждый прямо сейчас поставил лайк и подписался на канал. Иначе вы не справитесь. Торнадо. Грузовик с припасами за углом. Еще и грузовик, ё-моё. Прием, прием, друзья. На связи Шедимен и, конечно, мой друг Нубик. И сегодня вы сами видели то, что один из наших подписчиков, один из вас, кто-то оставил нам эту записку. А ну-ка быстро в комментариях признавайтесь, кто нам ее написал. В общем, друзья, действительно, сегодня очень потребуются ваши лайки под этим роликом. Мы должны по-любому построить убежище для того, чтобы спрятать вот этих людей в этом, так скажем, бургерной, в этой бургерной. И успеть все сделать. Ну, басу, ты что по столам бегаешь, дурел что ли? А также, друзья, те, кто не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Так, все, пойдем грузовик искать. Грузовик с припасами, было сказано, находится где-то за углом. Пойдем. За каким углом только, я понять не могу. За каким углом? Здесь ладно, справа, давайте. Наверное. Ладно, ты так, здесь так, 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 дальше. Окей. Давай, я вижу какой-то грузовик, но это инкассаторский. Это да, это банк, так, вот банк написано. Грузовика, пещеру? Ты... Ой, пещеру нашел. Чего? Да, иду, иду, иду. Что это? Какого смотри, цвета он? Какой пар, смотри, какой пар. В смысле, а что какой пар? Еще не ой, понял, о чем ты говоришь. Грузовик, смотри, где, какой? Где, 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 где? Вот че? Грузовик. О, вот, все, что тут написано? Так, погоди. Грузовик от подписчика номер 3. Номер 3, в смысле номер... Это сердечко нарисовано, сам ты номер 3. Нубасос, ну ты капец. Вот она, современная молодежь растет. Нубасосия, вот это всякое. Так, фьюл, топливо тут есть. Да, о, слушай, вот тут дофигища просто всяких можно этих. Я поеду? Нет, иди нафиг, нубасос, ты больше никогда ни о чем ездить не будешь. Ты сейчас угробишь все это, и мы с тобой после этого торнадо в небо улетим, будем крутиться в этом небе постоянно. Не, нифига не, ура. Да что такое, я... Ну, посос, это я из-за тебя сейчас за угол зацепился там и даже ехать не могу. Даже. Сейчас, погоди, боеприпасы. Да что такое? Да что происходит? Я не понимаю, погоди. Чё-то кто-то нас как будто лебедкой подвязал там сзади, и машина... Ты, наверное, торнадо. Шеди, ты спрыгнул? Нет, 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 я сейчас заново, короче, ее завел, так, пытаюсь как-то проехать, но у меня все равно не да получается. Что ты делать-то будешь? Смотри, она сама уезжает куда-то. Нет, ты точно не поедешь, нубик. Так, короче, смотри. Я сейчас все забираю, все, что тут есть. Сейчас поделимся по-быстрому. Короче, смотри, тут есть кровати всякие, унитазы, туалетные бумаги. Это самая важная туалетная бумага. Вот, и все остальное. Сейчас мы по-быстрому в этом Макдаке все сделаем, или что там за заведение, давай. Я понятия не имею. О, все, нормально, поехали. Все, короче. Когда я встал, она поехала. Не знаю, потому что ты, видимо, тяжелый, толстый и вонючий, короче. Все, пойдем. Так, ты пока что предупреди всех тех, кто сейчас находится здесь внутри, то, что мы начинаем наше строительство. Эй, обязательно. Эй, мы начинаем наше строительство. Так, 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 что тебе дать-то? Так, так, Нубик, смотри. Должны... Я тебе тут скидываю всякие... Так, смотри, пока что окна заколоти. Я тебе свет скидываю, полки, душевые, но ты здесь это не ставь, это потом внутри. Я сейчас откопаю помещение и все это снизу сделаем, понял? Хорошо, все, сейчас, 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 сейчас. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Все, так, тут, сейчас в общем... Небольшая проблема.
Нифига себе, небольшая проблема. У нас тут торнадо надвигается. Она сейчас просто ветром сдует таким мощным, то что да. Нифига а мы ее ничего не вспомним. Спокойные? Тебе не спокойно, потому что никто не верит. Сейчас эта торнадо придет, мы всех сюда загоним, в это наше подземелье. Ну, бункер будущий. Вот. И я думаю, то, что все поймут, то, что наши намерения очень-очень даже серьезны. Да, мы так, все спасем. Так, сейчас мы все это быстро сделаем. Так, окна заколачиваю пока что досками, окей? Так, я пока что всеми другими делами буду заниматься, пол вырывать и так далее. И нужно всю стенку все заменить на железные блоки, которые сейчас у меня есть. Обязательно, просто это обязательно нужно сделать. Так, так нужен какой-то... Слушай, скинь мне сюда этот, лампочки какие-нибудь, которые я тебе отдал. Мне не сюда нужны. Ну, посмотри в полу, дырку найдешь, и я буду там находиться, в смысле, где... Давай, давай, внимательнее, скидывай фонари, все, что есть, короче. Они мне тут очень сильно нужны, потому что я вообще ничего не вижу, что тут. О, все, о, сразу светло стало, вот, я их так и оставлю на земле пока что. Так, все, еще по одному метру блоков. Я себе оставлю 40. 40? Их там так много, что ли? 39, то есть, у меня. 39, окей, все, оставляй себе столько. Так, я практически тут уже стены откопал. Сейчас буду железными блоками все заделывать. Слушай, туалеты и кровати вместе ставить или раздельно? Раздельно, да? Ну, правильно, наверное, то не очень удобно будет, действительно. Так, ладно, туалетная комната тогда будет с душевой отдельно, и вот да здесь нет. Вот. Что там? Но так, сейчас пол. Когда мы куда-нибудь в КВ поедем, я буду управлять машиной. Ты уже управляла что-то сегодня, тебе что, не хватило еще, что ли? Нет. Мне кажется, что уже достаточно все это было дело. Страха так, нет. Отсюда, сюда, сюда, вот сюда. Так, здесь тоже все откопаем по-быстрому. Так, что, как у тебя там, чем занимаешься сейчас? Ты успел все сделать? Доски сделать. Давай, делай пока что доски, а потом ко мне, если что, спрыгивай. Вот, сейчас тут вместе будем заставлять все это дело. Я тебе заплатил. Так, 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 окей, окей, я тебя понял. Так, это ставим вот сюда, и становится темно. Темно тут не должно быть. Так, все, погнали. Я начинаю тут все потихонечку застраивать. Тут есть светлые блоки, темные блоки. Так, ага, придется еще и вот эту стенку откопать. Сейчас, секунду. Короче, на вот эти, смотри, блоки светлые, начинай пока что пол ставить прям под себя. На 1 метр вверх поднимай все. Вот так вот? Да, 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 все сейчас поднимай, чтобы вместо камня у нас везде железо было. Так, и везде по периметру все стены тоже вот так одним блоком отделывай, чтобы получилась полноценная, можно сказать, комната. Все, все, давай, все, что тут не заделано, все это заделывай. Так, сейчас я временный пока что... Так, вот сюда тогда я эту штуку поставлю. Сломаешь вот эту? Я лишний поставлю. Кого, кого? В смысле? Ладно, окей, потом сломаю. Так, это сюда, это все сюда. Сейчас я тут землю тут откопаю, нормальную комнату, то, что туалет сделаю. Так, она потому что должна быть все-таки не маленькой. Так, 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 так. Все, сейчас почти готово. Я думаю, то, что душевую можно слишком большую не делать. Фу, главное до торнадо успеть. Так, назад возвращай там все светильники. Ты куда? Фига их убрал-то. Слушай, я уже слышу, как на улице то ли ветер поднимается, то ли еще что-то. Прям что-то очень мощное. Так, у тебя закончились, да, Аня? Кто? Получается. Светильники? Нет. Или что? Так, на лопату потолок выкопай еще на один блок. Короче, понял, что надо сделать? Давай, я пока что тут пол в туалетной комнате заделаю. Так, 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 это вот сюда. Так, ой, ё-моё, мне тут тоже на потолок будет поднять. Ладно, сейчас я руками тогда по-быстрому это сделаю. Так, раз, два, три... 4. Все. Надеюсь, то, что мы с тобой успеем. Так, и в туалетной комнате тоже все сделай. Ровно на один блок подними там. Так, надо еще, чтобы все эти блоки. А, все хватает. Слушай, все нормально, все хватает. Так, а мы на один блок выше, да? Да, все, не надо больше. Нет, стены я уже все сделал. Все нормально, стены все подготовлены уже полностью. Так, 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 здесь все это мы с тобой сделали. Сейчас, сейчас, сейчас. Хотя, на самом деле, потолок можно было бы и таким оставить, потому что он прикольно очень смотрится. Не, да. Железные блоки я сам все сделаю. Так, все. Я хотел так. Таким бы оставить. Здесь готовы. В туалете еще на один блок вверх подними. Mm-hmm. Вот. Так, кирка у меня на месте. Вот, сейчас все сделаешь, короче. Так, ты нафига светильники здесь-то поставил? Мы их как тут, по-твоему, этот... стены поднимать еще будем. Так, это надо срочно так, убрать и теперь? Вот сюда поставить. Так, сейчас, погоди, иди пока куда туалетную комнату. Делать? Давай, иди сделай пока душевую кабину. Сейчас там... все возьму. Так, а что тут потолок получается какой-то низкий? Ё-моё! Так, погоди. Так, ладно, пускай туалет будет низким. Нет, еще на один блок поднимай. Давай, быстрее. Я знаю, это быстро вообще делать. Все, давай, делай. Так, это вот сюда. Так, и получается какая-то неровная фигня, честно говоря. Это тоже. Нафига кто сюда поставил? А, чья поставил? Так, это убираем. Так, и получается у нас какая-то цветная непонятная база, честное слово. Так, и что с ней... Как нормально ее цивильно сделать, я, честно говоря, не очень теперь понимаю, потому что все это выглядит очень странно.
Так, 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 цунами, торнадо продвигается. Сейчас я все поставлю, погоди. Есть, я говорю, сейчас, погоди, я все поставлю. Делай пока что туалет, и ты сделай ее, ты комнату или нет? Так, что я делаю? Чем я это сюда поставил? Все, ну давай, не сбивай, занимайся, ёперный театр. Давай, быстрее, 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 быстрее. Так, что тебе надо-то? Железные блоки. Зачем? Вот, поставить. Так ты не мог душевую кабину просто так поставить? Зачем тебе железные блоки здесь? Ну, басос, ты ёперный театр, ты меня не пугай, ладно? Опять тебе какая-то фигня начинается. Здесь почему все не сломал? Ну-ка, давай, делай все. Нифига ничего не сделал, нубик. Опять мне все самому, как всегда, придется это исправлять. Все. Блоки железные, кстати, уже кончились давным-давно. Так, а еще... Так, стоп, а что здесь стенка еще осталась? Так, и так дело тоже не пойдет. Ладно, что-то разноцветная фигня получается. Так, 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 телек будет здесь стоять. Все, так. Все, туалеты поставил, все, туалетная бумага, все, давай. А эту ты что, кровати не поставил, ничего не сделал? Полку сейчас под телевизор поставлю. Поставь вот сюда, все, давай. Давай, все быстро делаем тут. Я пока что пойду этот люк тут поставлю, чтобы он здесь прямо был. Вот сюда, таким образом. Так. Все. Бункер более-менее какой-то готов. Так, кровати есть. А, вот сюда вот поставь такую штуку под телевизор. А то у нас что, телевизор-то на потолке как-то висит, непонятно. Ну, басос. А, полку? Все, давай, ставь. Короче, пока что занимайся, все это заделывай. И вот здесь землю-то убери, я тебе говорю. Я пойду пока что всех позову, чтобы сюда зашли. Ну все, успели. Кого успели, того сюда посадили, короче. Слушай, подвинься, тоже мне надо на унитаз, короче, сесть. Все, слушай, ну басос, ну чё там, походу, что-то прям очень жесткое на улице начинается. Да вообще. Ну чё, можно попробовать как-то либо выйти, либо еще что-то, я не знаю. Так, пойдем. Пойдем, пойдем, сейчас с тобой посмотрим. Глайдер, у меня тоже еще глайдер есть. Так, ой, главное, что все жители у нас тут, все люди на месте находятся, посмотри. Так, ой, ё, тут смотри, уносит их прямо туда. Их надо спасать, нубик. Пойдем скорее, сейчас мы их спасем всех. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас, не знаю как, но их по-любому спасти надо. Ух ты, меня утягивает самого, нубасо, спаси меня. Спаси меня. Сюда, 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 скорее, скорее. Уходим, уходим, уходим. Ведь я не могу, меня... А, нубик меня утягивает куда-то. Нет, мы хотели в бункер вас всех посадить просто. Ё-моё, что делать? Тихо, я за фонарный столб держусь. Тихо, 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 за столб держись, нубик, а ты где вообще? О, у меня тоже все нормально, погоди, я назад пошел. Назад хочу в бункер, отпустите меня. Ведь вообще не получается. Слушай, у меня не получается оторваться никак. Вообще никак не получается, погоди. Ты где, где же ты, нубик, слушай. Сейчас. Я вообще уже в сторону куда-то ушел, погоди. Так, так, так. Я тут... Нет, меня назад утягивает, нубик, нет, все, я улетел, короче. Тут жесть у меня полная. Посмотри, 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 ты где, я тебя не вижу. Посмотри, где я летаю тут. Ё-моё, короче, друзья, никогда такого не повторяйте. Я же говорю, ты тяжелый, тебе не получится даже наверх подняться. Ё-моё, посмотри, ой, ой, слушай, это больно было, глайдер. Слушай, глайдер открывай. Ни в коем случае глайдер не закрывай только. Все, что? Я лечу, я лечу. Я не знаю, ну басот, все нормально. Я, у меня все нормально. Я с тобой лечу уже как-то. Давай, попробуй, попробуй. Все, так. Фу. Слушай. Ну басос, это повезло, нам нравится, потому что у нас глайдер есть. Вот если кто-то другой на этом месте оказался бы, у них это не получилось. Окей, ладно. Фух, друзья, в общем, самое главное то, что сегодня мы всех местных жителей, ну, практически всех успели посадить в бункер, они там сидят в безопасности, но у нас есть глайдер, и нам бояться, в принципе-то, нечего. Ладно, все. На связи был Шадимен, и, конечно же, мой друг Нубик. Всем удачи, хорошего настроения, увидимся в следующем видеоролике, ни в коем случае не болейте, всем пока-пока! Пока-пока!